Послание моему любовнику. Королева подтвердила слухи о романе с визажистом. Тарзан ушел к другой, но Наташа не горюет. Наташа Королева открыто призналась, что изменяет Сергею Глушко с молодым любовником. Певицу уже давно подозревали в связи с визажистом, но она решила афишировать отношения только после вскрывшихся в сети деталей о тайной любовнице мужа. Королева показала видео с гастроли, на котором было запечатлено ее закулисье. Пока кто-то снимал, как перед выходом на сцену над ее внешностью работали специалисты макияжа, она решила воспользоваться возможностью и сделать громкое заявление. «Вадик, пока ты мне изменяешь с Любовью Успенской, я, видишь, тебе тоже решила сделать алаверды», – начала говорить она. И, видимо, чтобы ее слова не звучали как шутка, подписала видео «Послание моему любовнику», при этом отметив профиль Вадима Андреева. Хотя слухи о романе Натальи с визажистом уже неоднократно обсуждались в сети, в этот раз, на удивление, наверное, всех поклонников, она лично подтвердила информацию. Похоже, она просто в шутливой форме намекнула возлюбленному, что уже соскучилась и ждет встречи. При этом, раз королева не побоялась заговорить об этом открыто, видимо, с Тарзаном она окончательно порвала. Примечательно, что только недавно в сети обсуждали фотографию Глушко в квартире любовницы. Так он опубликовал снимок, на котором в одном лишь нижнем белье запечатлен посреди квартиры не самого роскошного вида, которое было захламлено разными вещами. Тогда в СМИ написали, что Сергей выбрал в любовницу обычную женщину, дома у которой и сфотографировался. Но заявление Королевой относительно любовника открывает глаза на совершенно иное положение дел. Выходит, она первая могла изменить мужу, после чего и он решил не держать данный ей когда-то обет верности. Видимо, сорвался Тарзан после того, как увидел в сети видео со свиданием Наташи и Вадима.